И начинаем с официальной информации. Окружной совет депутатов сегодня собрался на очередное заседание. В повестке 13 основных вопросов, о самых важных расскажем далее. Весь 2018 год Совет депутатов городского округа Клин принимает важные решения по формированию муниципального бюджета. Это связано с объединением города и района в единый округ. Сейчас происходит корректировка финансовых потоков из бывших сельских поселений. Депутаты рассмотрели 6 вопросов на эту тему. Все решения поддержали единогласно. Затем перешли к утверждению списка новых кандидатов для Аллеи Славы. На Аллее Славы у нас размещается традиционно 14 человек. Комиссия поработала над этим вопросом, обсудила все поданные кандидатуры. И 17 июля было заседание комиссии, на котором было принято решение предоставить Совет депутатов настоящий список. Списочный состав депутатов утвердили единогласно. На этот раз в нем включили работников таких предприятий Клина, как «Химлаборприбор», «Термоприбор», колхоза «Восход». Также среди лучших людей района представители образования. Социальную службу представляет Татьяна Молчанова, медиков Николай Стрелков, спортсменов Александр Шульгинов. Новые лица на Аллее Славы можно будет увидеть уже в День города. В этом году он намечен на 25 августа. Кроме этого, рассмотрели депутаты и другие вопросы. Решения по всем были также приняты единогласно.